Сегодня кандидат на пост мэра Москвы Михаил Дегтярев выбрал необычное место для предвыборной встречи. Вместе с лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским он посетил усачевские бани. Свои вопросы журналисты и горожане смогли задать только после парилки. Русский человек без бани не может. И если даже посмотреть на средние века, Франция, чума выкосила половину народа. Вся Европа болела. И только у нас, благодаря русской бане, особенно крестьянской по-черному, народ выживал.